В Экибастузе прошла очередная сельскохозяйственная ярмарка. Продукты питания высокого качества горожане смогли приобрести по низким ценам. Участие приняли предприниматели Экибастузского региона и Баянаульского района. На ярмарке вся продукция представлена по ценам, сниженным на 10-20%. Например, конина по цене от 1800 до 2000 тенге, говядина по 1700 тенге, баранина по 1500. Помимо мясной продукции, на прилавках покупатели ждали овощи, хлебобулочные изделия, крупы и молочные продукты. Довольные горожане в очередной раз благодарят организаторов. Продукция устраивает, цены вообще классные. Перед Новым годом это для нас только и вот это и надо. Дешевле цены, чем в городе, да? Цены нормальные. Устраивает.